сегодня вечером на доме Николаевича дадут. И вот я буду с ним разговаривать. Ведь сам-то что, не против? Нужно видишь, там документы, когда они подпишут, он обещал 28-го подписать документы эти. Ну, 28-го, ну, до прошлого месяца, а по августе он должен был подписать документы. Ну, а тут, видишь, еще завтра еще неизвестно, как все будет. Там завтра... Ну, так, ну, ну, нет, потому что, видишь, мы уже все лето, у него сегодня, завтра, послезавтра, тогда и там будет. Ну все, давай, давай, я там, ну кто не против, завтра ходить, на здесь что надо. Второго там чисто надо. У тебя есть кто-нибудь? Так вот, я тебе про тебя говорю, что мне тоже уже, ну, уже звонили на то, что ты на работу, я им говорю, как мы договорились, что с бригадами не кидать не было, правильно? Ну все, все хорошо, хорошо. Он мне сейчас позвонит, он сейчас до дома дойдет, он новый телефон себе взял, ну, у него блокнот, сим-карту там, ну, потерял нас. А в блокноте там у него все записано, он до дома дойдет, он мне перезвонит. Номер телефона у него не возьму, Николай. Ну, начальник участка. Я же говорю, все 7-10 я работал. Ну, сейчас тоже спробуем. Ну там нормально все это, говорю, блядь. Без всяких заморочек. Хорошо, хорошо, если я тебе позвоню. А так давай.